Добрый день, рыбаки и рыбачки. На дворе уже осень, и возникает необходимость в послесезонном обслуживании безинерционных катушек, а именно очищение их от грязи и смазки. Все очень просто, когда у тебя одна катушка. Почистил, разобрал, смазал, собрал. Но вся эта движуха превращается в ад, когда у тебя больше 2-3 десятков безинерционок, на разборку и обслуживание которых уходит много времени. И вот я решил упростить себе эту задачу. Что из этого получилось, судить вам. Итак, нам понадобится дрель, отвертка, болтик компьютерный, ну и сама катушка. Задача состоит в том, чтобы без разбора катушки полностью ее смазать и сэкономить на этом время. Берем катушку. Для примера это обычная старенькая волжанка. Вот. Нам нужно сделать в нижней части этой катушки обычную дырочку дрелью. Берем дрель. Начинаем сверлить. Есть. Вот получилась вот такая вот дырочка в нижней части. Потом берем обычную смазку, самую дешевую, и заливаем вовнутрь. Все. Начало появляться со всех сторон, из всех щелей. Берем болтик, закручиваем в нашу дырочку получившуюся. Вот и все. Катушку можно не разбирать для того, чтобы ее обслужить. Катушка готова к дальнейшему использованию. Теперь на обслуживание каждой катушки тратится немного времени. Ну, минуты 2-3. Спасибо за внимание.